Ну и пока герметик еще мягкий, я его весь лишний сотру. На эту крышку у нас прокладка есть 961-79-238. Но я ее тоже тонким-тонким слоем помажу герметика. Почему? Они все равно начинают со временем потеть. Также обезжирил. Вот тонким слоем намазал. Затягиваю. Крышку затянул. Сразу поставлю поддон. Сниму его, помою, почищу. Поставлю на прокладку. Ну, также тонким слоем герметика намажу. А потом уже воткнем кулису на место. И поставим направляющую выжимного подшипника. А в направляющую поменяем сальник первичного вала. Протираю обезжиривателем площадку, и также крышку тоже протираю. Сейчас крышку намажу герметиком и установлю. Намазал тут на герметик, теперь устанавливаем крышку на место. Сразу датчик задней передачи.
Ставим на место штифт кулисы. Ну а теперь меняем сальник. Этот сальник выбиваю и новый запрессовываю. Сальник не бежал, но он дубовый. Если его сейчас надавить, он лопнет. Меняю. Возьму головку на 24. Сюда она свободненько входит. Да, и здесь. Все, сальник вышел. Здесь посадочная. Забиваем сальник сзаду. Поставил новый сальник. Обезжирил место под колечко и обезжирил направляющую. Колечко я тоже тонким слоем герметика смазал. Одеваем направляющее. Теперь устанавливаем на место вилку и выжимной. Смажу направляющую снаружи. Также смажу втулочку и шток под втулочкой. Нижнюю втулочку тоже смажу. Остается нам только почистить поддон и посадить его на герметик с прокладкой. Почистил, также обезжириваю площадку.
и обезжириваю поддон. Прокладку я намазал тонким слоем герметика. А прокладка сюда не подходит. Я не знаю, от чего эта прокладка. Какой-то кооператив, напрасный труд. Нормально. Садим только на один герметик. Все, коробка у нас готова, можно ее устанавливать. Сейчас смажу резьбы сразу, где у нас подушки крепятся, побрызгаю, где у нас закручиваются рычаги, чтобы потом уже не брызгать. Накинул я коробку, наживил нижние болты на 14. Также устанавливаем сейчас кронштейны и подвязываем обе подушки. Устанавливаем вот этот один болт, а остальные болты мы уже установим сверху. Сзаду у нас вот здесь один болт снизу и кулиса. Кулису я сейчас на место заведу, но затягивать я ее пока не буду. Почему не буду затягивать? Мы ее потом отрегулируем, выставим и затянем, чтобы передачи у нас нормально включались. Наживляю подушку заднюю. Пока я ее не затягиваю, ставим кронштейн передней подушки. Затягиваю.